Да, алло. Ехать некуда, да? Что-что? Ну, детскому миру ко входу, там на нас заставлено машинами все. Да, заставлено, я вот подъехал да только. Давайте вам номер дам, он только что звонил, а я скажу, куда подъехать, чтобы он встать мог, чтобы вы встать могли. А, ну я вот возле этой, как ее... Мир стоит. А, все, все, нашелся, все. Нашли? Ага. Я вижу, нихуя станешь без дизайна, позвоню же оператору, пусть я... Ты хер же встанешь, ну, сюда, да. Сюда сейчас доползти, блин. Тут ползешь, ползешь, вот это, блин, с челюскинцев. Сюда. Куда едем? Сначала Россия, банкомат. Угу. А, ну к этому банку туда. Да, а потом Кравченко 10, до копейки потратился, вообще ничего не потом стоит. Куда? Кравченко 10, проходим домой. Кравченко 10, а где это? Это с Советской спускаешься, и чтобы там остаться. Вот наш вокзал. Третий поворот направо. Автомойка прискажется. Это в районе райотдела? Да. Нет, там ничего там курить не надо. Сейчас остановил. 100 метров проехал, что я думаю. А что, тут банкоматов нигде нет? Нема да? Нифига. Все, прошел вышел. Цивилизация. Ага. Центр города, все время банкомата, это пиздец. Не-не-не, окошко закрывает. Подойдите. Ты у меня по шее сразу, блин. Понял, ты сам болеешь. И завтра без работы тогда. Подтягивай. Побегай. Не сильно, блядь, тепло. Побегай, жарко становится. Я оделся хорошо еще.